50-летний российский певец Стас Костюшкин на протяжении нескольких десятилетий являлся кумиром женщин. Накачанного и обаятельного брюнета всегда можно было увидеть в эфире самых популярных программ и гала-концертов. Появившиеся накануне в сети данные о том, что экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин угодил в жуткую аварию, заставили его многочисленных поклонников изрядно понервничать. Когда же артист узнал, что его автомобиль BMW якобы столкнулся с машиной, за рулем которой находилась некая дама, то он решил подыграть авторам фейка, разместив в своем микроблоге два небольших видеоролика. В первой публикации диктор поведал печальные подробности случившегося. Далее на экране появилось забавное лицо самого разбившегося в ДТП певца, который, превозмогая шутливые рыдания, стал изображать безудержное горе. «Какая печальная новость», — резюмировал весельчак, наигранно всхлипывая на камеру. «Хороший был я человек», — резюмировал Костюшкин, чем буквально убил наповал народ.